что это самый близкий участок, дороги, конечно, это почетно, это ответственность, чтобы люди видели. С каким настроением вышли сегодня ваши? С весенним. По сути дела, второй день, наверное, с такой температурой. Надеемся, что дальше погода будет только нас радовать. Мы достойно встретим и вербный, и Пасху, 1 мая и 9.